Эммануэль объявляет колоссальную распродажу. Только до 5 декабря скидки до 50% в салоне стильной женской одежды Эммануэль. Здравствуйте! Вы смотрите самую сладкую погоду на Завтово 24. 22 ноября в Чите синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до минус 19 градусов. Днем температура воздуха составит 10 градусов со знаком минус. А я желаю вам удачного дня и помните, погода может быть сладкой.